Здравствуйте, друзья! Вы вновь смотрите Череповецкий молодежный канал Мотор ТВ. Меня зовут Евгений Суджу. Сегодня мы снимаем великолепный репортаж про ту атмосферу, которая царит в развлекательном центре Победа. Здесь реально очень открытые люди. Новый год прям чувствуется. И никакого конца света сегодня не будет. Как вы видите, все сегодня на позитиве реально находятся. Пройдемся по залу, возьмем пару интервью. Как настроение? Браво! Всем вот таких лучших. Шикарно. Конца света не будет. Но уже не было, да? Ведь уже 22 декабря. У нас все прекрасно, все шик, шоколад. Чего ждете в новом году? Самого лучшего. Как тебе сегодня атмосфера? Атмосфера отличная. Чувствуется новогоднее настроение, дружелюбное, все веселятся. В общем, здорово, мы готовы встретить Новый год. Как публика? Как тебя встретили? Публика замечательная, доброжелательная. Я слышала аплодисменты, возгласы. Мне все понравилось, спасибо. Что ждешь в новом году? В новом году я жду, конечно же, счастья женского, настоящего. Но я думаю, с этим у меня будет все хорошо, но очень-очень жду. Ну и, собственно, процветание в бизнесе, в работе. Ну, собственно, развлекательному центру Победы тоже желаю процветания, чтобы двери были всегда открыты, чтобы всегда было много зрителей, посетителей. В Победе бывают очень интересные мероприятия. Одно из таких мы проводим. Welcome, мы все вас очень ждем. Был лучше, чем предыдущий. С Новым годом, Череповец! С Новым годом, Победа! Хочется пожелать вам, чтобы сбылись все ваши мечты. Предохраняйтесь обязательно. Пусть будет все, что вы пожелаете в этом году. Я думаю, что не будет никаких катаклизмов, никаких концов света, потому что пока такая добрая, веселая компания в Победе собирается. Нам ничего не страшно. С праздником!
Ну как, чувствуете предновогоднюю атмосферу? Вау! Вот эта атмосфера, давно так не бывало. Народ сегодня такой классный, открытый, правда? Ну, сегодня нормально, мне нравится. Что скажете про программу сегодняшнюю? Я считаю, что сегодня хорошо было. И будет, я думаю, что так дальше. Всегда. Но мы от вас ждем пожеланий на Новый год гостям развлекательного центра «Победа». Мы хотим, чтобы гости всегда приходили с удовольствием в этот замечательный развлекательный центр «Победа» и всегда получали то удовольствие, которое они всегда здесь и получают. Так держать «Победа»! От всей души поздравляю всех гостей развлекательного центра «Победа», всех жителей города Череповца с этим замечательным праздником, который мы все любим с детства. Наш собственник Александр Александрович Клименков, собственник «Победы», я как директор «Победы», весь коллектив развлекательного центра «Победа» поздравляет вас, дорогие наши любимые череповчане, с наступающим Новым годом! Будьте счастливы! Пусть в вашем мире всегда царит добро, мир! Все, что вы себе пожелаете, обязательно пусть исполнится в Новом году! С Новым годом! С Новым годом, Победа! Специальное поздравление Мотор ТВ! С Новым годом! Поздравляем вас с Новым годом! Хотим пожелать, чтобы в Новом году вы продолжали также развиваться, чтобы вы приносили людям все больше радости, чтобы видео было больше, чтобы было больше комментариев, друзей в нашей группе! В общем, с Новым годом!